каталогом вместе работает очень хорошо. То есть по новой зайти на людей. Тогда и консультанты, как бы не обижены, которые есть на территории, и клиенты не ущемлены, когда они отвечают на вопросы, если у них есть свой консультант. И другие компании, вроде как, ну, акция прошла и успокоились, да? Понимаете, то есть у нас же есть еще и конкуренты, которые тоже нервничать начинают, и нас частенько выгоняют из организации там или еще как-то. И поэтому подходите к начальнику, если это директор школы, если директор детского сада или руководитель конторы любой, и говорите, у нас акция, просто соцопрос. Все ваши люди могут получить подарки. Просто вот разовая такая акция. Таким образом, что мы выявляем? Насколько покрытие компании, то есть есть ли смысл здесь работать. Второе, что мы еще? Находим брошенных консультантов. Третье, находим новых себе партнеров или потребителей. Четвертое, что мы еще этой анкетой находим? Кто работает, подсказывайте. Делаем диагностику рынка. То есть какие компании присутствуют и насколько наше присутствие на этой территории. Мы когда вот город Петропавловск именно отрабатывали подарочной анкетой, мы взяли три разных части города и именно большую 1000, 2000 вот, за месяц мы раздали этих подарочных анкет. То есть мы отработали разные части территории. И самое главное вот здесь что? Такой. На чем мы бьемся-то? Найти. Что? Знакомство с человеком. Контакт. Правильно, Наташа. Молодец. Контакт. То есть у нас появляется новый контакт. И мы этого человека можем пригласить на любое мероприятие, на любое событие, на любую нашу тусовку. Правильно? То есть не надо бегать там, искать контакты, там просить. Отработали с анкеткой, сложили до нужного момента. Человек хочет чистый дом. Проводим день чистый, да, день открытых дверей, чистый дом, или сейчас флешмоб будет. Пригласите его в офис на подарок. Дальше, мастер-классы по декоративной, визаж делаем. Новые сейчас средства вышли, сейчас идут, вот на агентский пункт уже пришли. Пригласите познакомиться с новой продукцией. Здорово? Вот, это наш архив данных. И притом не надо ее переписывать. Если у вас человек стал вашим клиентом или партнером, вот здесь вот пишите с этой стороны все его заказы. Обязательно красивая, обязательно яркая. Никаких черно-белых. Я вам даже покажу сейчас разницу в полиграфии. Теперь смотрите дальше. Какое событие и кто уже выходил на это мероприятие по новому событию у нас будет в 9-м каталоге. Какой? Ну что это, флешмоб? Какой флешмоб? Чистый дом. Вот, уже ближе. И что нам компания дает? Какой инструмент для работы? Пробники порошков и замечательные лифлеты. Вы знаете, как мы их ждали, наша команда? Потому что мы работаем методом тест-драйв, который я сейчас вам кратко расскажу, кому подробнее можно будет в офисе. И мы сами создали вот такой буклет, потому что буклетов по дому Фаберлик не было. И у меня Катерина вот сидела целый месяц, вот мы приходили, сначала у нас была книжечка, потом вот мы довели до уровня листочка, чтобы все в одном. И тут выходит полиграфия, сказка, Елена Летучая на первой страничке, представляете? И все про дом Фаберлик. И все для тест-драйва, для нового инструмента, для работы. Берите больше этих буклетов, потому что они вам пригодятся не только когда будет идти сейчас флешмоб, но и дальше. Потому что я думаю, что вас заинтересует. А кто-нибудь тест-драйв машины проходил? Проходили, конечно. Ну, кто? Конечно. Я проходил. Вот, я проходил. Кто еще тест-драйв проходил? Машинки швейные. Знаете, как сейчас продают? А вы не хотели бы сесть и попробовать, как эта машина шьет. Я зашла в салон, не хотели бы, вышла с машиной швейной. Вот. Понимаете? То есть сейчас очень многие компании, вот проходил у нас, какой праздник-то у нас был? Это праздник был? Масленица. Не-не-не,
тест-драйв, тут же машины, вот недавно. На 9 мая. Да, на 9, да. Компания таким образом тест-драйв рекламировала с джипы, УАЗики, по-моему, да? УАЗы. Машина Патриот была. Патриот, да, УАЗ Патриот. Ладу, да, то есть приезжают периодически, на день города часто тест-драйв проводят, вот. То есть что мы делаем тест-драйвом? Показываем качество, да, продукта, нравится, не нравится. То есть посидела в Hyundai я на тест-драйве 3 года назад, через 3 года купила Hyundai почему-то. Вспомнила, что тест-драйв ходила, когда купила уже. Понимаете? То есть там на подсознании заложилось. Почему нам Света Заварухина говорит, девочки, нужно в салоне сфотографироваться, посидеть в этом Лексусе, там почувствовать это дорогое кресло в машине. Потому что вот тактильно уже тело, оно хочет, оно подсознание вот сюда дает, и уже начинает вся вселенная работать на том, чтобы ваша хочуха произошла. Поэтому метод тест-драйв – это метод, который был описан еще лидерами с Иркутска, Светланой и Василием Островскими. И была создана вот такая методичка в компании. Их нету, можете не выбивать коды, я их все скупила. Только для нашей команды. У меня можете купить, он стоит всего 5 рублей, вот такой листочек. Но здесь... Я вам рекомендую, сегодня прийти, я не буду рассказывать, что в нем. Полностью описана методика работы с пробниками моющих. И сегодня мы еще розыгрыш не произвели, но у нас несколько человек выиграет вот такие наборы пробников моющих. Вот так они выглядят. Сумочки 50 рублей стоят пробники. Кто випов делает по 15, по 14, 50. И сейчас есть, вот если вы берете вот именно набор флешмоба, там идет 15 порошков вот таких вот, идет за 19 рублей. И сегодня была распродажа этих порошков по 19 рублей в программе. То есть еще можете успеть набить на 2 стирки. Что мы делаем? Есть специальные баночки для порошка, но вот сейчас стали вкладывать полный. Вот такой, потому что уже компания сделана солидно, прилично. Почему? Потому что первое, когда мы пользуемся порошком, кто мне подскажет, что нужно сделать? Постирать машину. Елена Семеновна, спасибо, хотела узнать у консультантов. Ну, вот не терпится нам подсказать. Молчат консультанты, разговаривать надо. Разговаривать. Мы говорили просто, что темное лучше сначала стирать. Нет. Холостую на 30 минут ставите постирать машину. Когда мы, то есть у нас есть вот здесь отзыв по тест-драйву, вот сейчас увидите свои, отзыв по тест-драйву, и когда я проводила анализ, то есть у нас где-то порядка уже 500 человек прошли через тест-драйв, отзыв именно о порошке плохой. То есть мне понравился порошок, хотя он шикарный. Именно потому, что мы не учим людей, как пользоваться правильно. Сначала мы стираем машину, запомните порошком. Это. Хорошо. Да, засыпаете разовую порцию, белья. Да, без белья. И у кого слив в ведерко или в какую-то емкость, вот посмотрите, какая вода выходит с машины. Все на белье остается. При этом они говорят, мы добавляем колгом. А я лимон просто стирала. Нас не надо. Машину. Да. Но вот смотрите, здесь момент, когда люди, первый эффект, если старая машина, она может натянуть на себя, потому что циолиты тянут на себя грязь, а с машины вытянуть грязь на белье. Поэтому, чтобы у вас не было негатива, не жадничайте, ложьте порошок вот такой. И рассказывайте, что первую стирку я вам дарю бесплатно, сделайте, пожалуйста, стирку своей машины. Вот, еще смотрите, что мы в это добавили, буквально у нас 2 дня пришло назад. То есть если человеку понравился тест-драйв, и он здесь заполняет дополнительную колоночку рекомендаций, опять вам контакты, опять дальше работать, даже бегать никуда не надо. Дали своих близких, знакомых. Благодарность за то, что вы дали тест-драйв. Первое касание, подарочная анкета. Второе касание – тест-драйв. Третье касание
рекомендации берем обязательно. Третье касание. Забираем, приходим через 2 дня, тест-драйв, даем приглашение куда? На мастер-класс. На мастер-класс. То есть наша задача, чтобы человек ножками пришел в наш офис, правильно? Или к нам домой. Установили уже контакт, уже подружились, уже узнали его наклонности, способности, возможности, уже о детях, о внуках, все знаем. Теперь задача показать ассортимент. Вы же не потащите весь каталог, понюхать, подчистить. Значит, офис. А в офисе кто сидит? Наш профессиональный наставник. И тогда у нас происходит встреча. 3, да? 2 на 1. 3 человека встречаются.